предлагаю приготовить все эти три блюда, чтобы сравнить и ощутить новый вкус. Делаю кляр, и в этом кляре жарю разные овощи и грибы. Начнем с цветной капусты. Капусту разделяем на соцветия и отвариваем под соленой воде 5 минут. Она должна стать мягкой, но не развариться. Вынимаем и откидываем на дуршлаг. Делаем кляр. 200 мл молока или сливок 10% жирности. Добавляем 1 яйцо, соль, специи, паприка, перец, чеснок. Взбиваем. Натираем сыр 50 грамм на мелкой терке. Кладем в кляр. И вводим муку постепенно, чтобы не было комочков. Взбиваем вилкой или венчиком. Кляр должен быть густой. Обмакиваем капусту в кляр, затем в панировочные сухари. Нагреваем растительное масло или в сковороде с высоким бортами, или в сотейнике. Масло должно полностью покрывать овощи. Опускаем капусту в кипящее масло и обжариваем до золотистого цвета. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло, и украшаем зеленью. Подаем к столу. Далее я приготовила баклажан. У баклажана снимаем кожицу и нарезаем на крупные кубики. Опускаем в кляр и обжариваем до золотистой корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, украшаем зеленью и подаем к столу. И третьим блюдом я приготовила грибы. Кляра хватило на три блюда. Грибы очищаем от кожи. Можно разрезать пополам или готовить целиком. Опускаем в кляр и обжариваем в кипящем масле. Все три блюда хороши по-своему. Оцените сами, что для вас будет самым вкусным. Обязательно приготовьте эти блюда и порадуйте своих близких или гостей. Если видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и ставьте лайки. С вами была Елена.